Наша компания в рамках обновления автобусного парка приобрела автобусы марки «Ютонг», новые, современные, среднего класса. Автобусы будут работать на линии 28-го маршрута, это Семеновская, бухта Ямар. Мы очень серьезно начали обновляться с 2019 года. То есть начали приобретать автобусы китайского производства, новые. У нас есть несколько моделей «Зунтонгов» 2019 года. В 2020 очень большое было обновление. Мы купили целую партию «Ютонгов», 11 машин большого класса, длина 11,5 метров. Очень хорошие на автоматической коробке передач. Они ездят по 23-му маршруту. После этого, ну вот в 2022 году мы докупали «Зунтонги», тоже китайского производителя еще. В 2023 году вот эти 4 мы приобрели, но на этом мы останавливаться не собираемся. Планируем заменить все автобусы. По условиям контракта, заключенного между администрацией и автотранспортными предприятиями, у нас автобусы старше 10 лет не имеют права эксплуатироваться. В связи с чем компания производит закуп новых автобусов регулярно. Вот только за 2022 год у нас было обновлено более 100 единиц автобусов разного класса. Это малый, средний, большой.